Доброе утро. Так, значит... Вы будете руководить как? Да, будем руководить процессом. Сколько ей лет сейчас? Вы знаете, правду буду говорить. Вот Жанна сейчас расскажет. Так, запишем. Пишите. Историческое видео. Сейчас трика. Лет 5. Она прибилась на трубе. То есть всего 5 лет? Да. Она сейчас не ест, и не пьет? И она с котятами. А, сейчас с котятами? Нет, была. А, была. И она мне троих родила тихенько себе. Понял. Но я ее спасла зимой. Какие симптомы с ней сейчас? Что у нее? Она, значит, аппетита нет, совсем она не кушает. Угу. Воду пьет. Отлично. Что еще? Поноса нет. Угу. Что еще я могу о ней хорошее сказать? Только хорошее. Слюнка. Слюна. Пару дней назад появилась слюнка. Вот. Она была шикарная. Видно, обезвожена. Она не ест уже сколько времени? Вот я по своей глупости, я не знала, что мне серьезно. Она не кушает дня 3. Ну вот видно, что она такая высохшая, не ела, не пила. Поэтому наша она задача... Она похудела. Да. Осмотреть и дальше шаг за шагом. Ну что я ей только не давала, ничего ее не соблазняет. Сейчас узнаем. Но видно, что все очень серьезно. Хорошая. После осмотра спокойно. 5 лет не сходится информация, да, поэтому просмотрели, оказывается, только у Жанны 5 лет. А в реальности, судя по зубам, по всему, наверное, лет 12-14. В состоянии тяжелое, это все называется плоскоклеточный рак, поражение гортани, зубов, десен, и наша задача оказать помощь. Поэтому снова идем вперед. Она 5 лет по кошечкам, я сужу ее по ее детству. Жанна кошатница с большим опытом, с большим стажем. Сколько у вас тут кошек уже прошло через вас? Много. Вот я бы сказал, бы, наверное, десятки, я, а может быть, сотни. Я здесь 20 лет живу уже. Да. И сколько? Я как помню, вечно то 10, то 12. Было очень много. Почему? Жанна живет на первом этаже, они тут все приходят. Да, и все приходят к Жанне. И жалко, да. Значит, кошечка в тяжелом состоянии, оказали первую помощь. Надеемся на то, что препараты дадут результат, и завтра будет отчет. Угу. Поэтому вот такая история, вот такая вот кошечка. Я поняла, в тяжелом состоянии сегодня. Ну, это ожидалось. Я только не знала, что ей столько лет. Да, Жанна думала, что ей лет там, может, 6, может, 7. Да, да, примерно так. Она в реальности ей 12-14 лет как минимум. Вот девочки ее, эти кошки, я знаю, что им по 3-4 год. Вот так. Это она мне родила. Идем вперед, и продолжение нашей истории следует.